Великое свершается на небесах. Напрасно люди думают, что они могут. Все это видно на небесных часах. Люди пока не творят, они стонут. Великое не подвластно людям. Чтобы творить, надо стать Богом. Сегодня преображение людей прелюдия. Люди не понимают, с каким век уходит итогом. Люди, рассуждая, учат самого Бога. Мы сделаем то или то. К разладу с Богом приводят эти слова в итоге. Заколдованное такое кольцо. Люди каждый день повторяют историю. Аргументом является ее непонимание. Шестая эпоха будет совсем другой категорией. Нет у людей своей судьбы понимания. Люди подобны Богу только вместе. Один в поле не воин. Планета — это эксперимента место. Не каждый человек Бога достоин. Скоро час исторического очищения. Люди — это не река и не море. Они — часть разума в биообличии. Люди и Бог расходятся с каждым годом более. Вроде понимают, но делают наоборот. Надо понимать Бога, как Он вас. Пока не получается в вечности разворот, Бог через реки изменит вас. Главная проблема для вас – это вы сами. Все остальное под контролем Создателя. Зима настала, пора менять сани. Вы все в глубине обыватели. Вы считаете, что все сможете. Есть авангард и послушное большинство. Но в последний момент вы крылья сложите, потому что вас меньшинство. Вы — это энергия и диссипация. Пандемия задавила ваше сознание. Сегодня в стране тьмы оккупация. Не помогли вам создателя знания. Даже авангард о своем мечтает. Он видит, в кавычках, делать как. Создатель таким уже не помогает. Поймите, рассуждения ваши пустяк. Надо следовать словам Бога и только. Ваши рассуждения не имеют смысла. Без Создателя вы пустота, даже не точка. Нет в ваших словах Бога замысла. Бог пригласил, а вы отказались. На приглашение Создателя отвечать надо. Вы на свое мнение сослались. Сами себе теперь создали преграды. Думайте, но ваш посыл — это не то. Оркестр не состоит из личностей. Когда вы все равны, оркестр — золото. У вас без Бога набор частей. Осознайте свою задачу. Над октаэдром только Бог. Надо переключить на первую передачу. Только тогда будет возможен толк. Авангард — не сражение личностей. Это симфония всех инструментов. Пока вы набор отдельных частей, не дождетесь от Создателя комплиментов. С вами или без вас проект будет успешен. Вы обсуждаете прошлое. Нельзя мысли с делами смешивать. Через проекты на реках все возможно. Все здорово, но это надо было вчера. Вы пришли командовать поздно. Теперь в движении другая совсем вера. Мир изменить стало возможным. Вас пригласили показать возможности, но вы оказались в прошлом. Своими взглядами вы создаете сложности. Поверьте, вы без Бога. А это путь ложный. Проект реки не остановить никому. Вы вместе с движением или по-своему. Тьма очень скоро пойдет ко дну. Поверьте, в космосе все по-моему. Есть Бог, есть пророк, и вы в стороне. Люди объединились в движении. Первая задача людей — спасти страну. Для них первая ступень в духе преображения. Аминь. Отец Абсолют.
или высший космический разум. 23 декабря 2021 года. Катрен. Все здорово, но это надо было вчера.